Если вы в Италии, вам не обязательно ездить в Пизу, чтобы посмотреть на падающую Пизанскую башню. Ну, похожую башню, может быть, более скромную, можно найти в Венеции. Когда я был в Пизе, очень сложно было добиться вот такого эффекта, находясь рядом с Пизанской башней. Фотографируешь, она ровная. Подходишь с ровной стороны, когда она наклонена на тебя, она выглядит наклоненной. Здесь невооруженным взглядом видно, что башня стремится упасть. Ну вот такая вот она Венеция. До новых встреч на моем канале. Не забудьте поставить лайк и отправить видео о новой Пизанской башне своим друзьям, знакомым и родственникам. И можете подписаться на канал. Новые видео о здоровье, о путешествиях, о том, как жить, не скажу выживать, но жить комфортно в разных климатических зонах, вы найдете на моем канале. До новых встреч!